Причины беспорядков в Казахстане. В результате этих событий мы видим фактически попытку государственного переворота в Казахстане. Как правильно утилизировать новогоднюю елку? Елка – это древесина, которую можно использовать повторно. Какая погода ждет татарстанцев в январе? Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Надежда Мещерякова. В Казанском федеральном университете начинаются дни открытых дверей. Институты проведут ознакомительные мероприятия для абитуриентов как в традиционном очном формате с посещением учебных корпусов, лабораторий и аудиторий, так и в режиме онлайн. Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. В стране введено чрезвычайное положение. Правительство отправлено в отставку. В Казахстан направили миротворческий контингент. В чем еще причины хаоса, разбираемся с экспертами Казанского университета. 2 января в Казахстане в городах Жаназы и Актау начались массовые протесты против резкого скачка цен на топливо. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны, в том числе Алмату. Там произошли первые столкновения протестующих с силовиками. 5 января было захвачено и подожжено здание городской администрации представительства Генпрокуратуры. Протестующие выдвинули не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. 5 января президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совбез. Однако это не остановило демонстрантов. 10 января было созвано внеочередное онлайн-заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане и мер по ее нормализации. Крайне важно, что нашей организации при участие ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках. И можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам. В Казахстане за последний год сильно увеличилась инфляция. Цены выросли практически на все. В частности, квадратный метр жилья подскочил вдвое. Помимо этого, в 2021 году прошли выборы в парламент Казахстана. Но избранные депутаты не наладили связь со своими избирателями. Результатом этих событий мы видим фактически попытку государственного переворота в Казахстане. Да? И, естественно, те люди, которые выступали против повышения цен на газ, на топливо, да, так вот эти люди, кто выступал против повышения цен на топливо, это совершенно не те люди, которые взялись за оружие. Это разные совершенно группы. Вот. Поэтому нужно, во-первых, дифференцировать тех, кто выступал требованием снижения цен, а тех, кто взялся за оружие и громил магазины, громил аэропорт, нападал на представителей правоохранительных органов. По словам политолога, атаку осуществляли хорошо подготовленные группы боевиков. Информация о вовлеченности террористических образований носит совершенно четкий и объективный характер. Мне кажется, здесь такой комбинированный вариант, который запустили, который использовали для того, чтобы элементарно создать такую точку напряжения очень близко с границей Российской Федерации. Здесь я совершенно согласна с теми политологами, которые говорят, что 7 тысяч километров общей границы России и Казахстана – это достаточно серьезный момент, серьезная причина для того, чтобы устраивать в Казахстане вообще какие-либо акции. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение до 19 января. По данным ООН, в ходе протеста в Казахстане получили ранения около 1000 человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков. Задержаны более 8000 человек. Елизавета Никитина, Универньюс. Праздник закончен, салаты съедены, пришло время расставаться с его главным символом – елкой. Как это правильно сделать и не навредить при этом экологии? В нашем следующем сюжете.
После того, как были сняты все игрушки и украшения, выбрана вся мишура из хвои, дерево необходимо сдать на переработку. Сделать это можно в специальных пунктах приема, которые работают круглосуточно. Адреса, которые стоит запомнить в Казани – улица Адели Кутуя, 160 и проспект Победы, 141. Все собранные деревья отправят в фермерские хозяйства, где их будут использовать в качестве теплой подстилки для животных и птиц. Сейчас очень много внимания уделяется раздельному сбору отходов в городе Казани. Это прекрасно, на мой взгляд. И появились места приема отходов. Например, Поволжская экологическая компания устанавливает на своей территории большой контейнер, куда можно приносить елки. На территории крупных торговых центров часто бывают такие контейнеры. Есть специальные организации, которые также занимаются раздельным приемом отходов. С помощью их можно также утилизировать деревья, которые сейчас уже не нужны как украшения. Если сдать елку никуда не получается, надо обрубить ветви и распилить ствол на куски до метра длиной. Тогда ее можно выбросить в обычный бак для неперерабатываемых отходов. Целую елку можно отнести только в бункер для крупногабаритного мусора. Почему нельзя елки выкидывать на ближайшую мусорную площадку в обычный контейнер для твердых бытовых отходов? Во-первых, елка является крупногабаритным отходом, то есть ваша елка займет половину контейнера. Во-вторых, елка – это древесина, которую можно использовать повторно, и полигоны не имеют права принимать древесину для захоронения. Если же елку не переработать и отправить на полигон, она будет разлагаться и выделять опасный газ – метан. Он не только горючий, взрывоопасен, но и увеличивает скорость глобального изменения климата. Рациональное применение елки можно найти и на собственном участке. Древесину используют для растопки печей, а мульчу – для обогащения почвы. Для этого необходимо измельчить ствол до состояния щепок и присыпать им землю возле деревьев и цветов. Также из распиленных стволов можно смастерить бордюр для клумбы или декоративные элементы для двора. Удивительно, но хвойное дерево можно отнести и в зоопарк. Там его используют для подкормки и подстилки животным. Как говорится, и экологии не вредно, и животным приятно. Как утилизируют елки за рубежом? За границей утилизация живых елей организована на уровне местной власти. В Норвегии и Дании изготавливают мебель. В Германии – вешалки для одежды, санки, детские игрушки, сувениры, а также деревянные ножи для резки масла. В США из ели делают бумагу, а в Швейцарии их сжигают и производят тепловую энергию. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Снег, сугробы, гололед и сильный ветер. Какой погодой запомнилась Казань в начале января и в чем причина таких погодных изменений, выяснял наш корреспондент. В центре города улица очищена от снега. Поверх льда лежит слой песка, который разбрасывают, чтобы пешеходы не поскользнулись. Однако стоит свернуть с крупных магистралей и центральных улиц в спальные районы, как ситуация кардинально меняется. Сугробы по колено и непроходимые тротуары. Именно так Новый год порадовал казанцев. По словам метеорологов Казанского федерального университета, январь – это самый холодный месяц в году, для которого при этом свойственно большое количество осадков. Это и объясняет снежные массивы, образовавшиеся в январскую декаду. По данным синоптиков Казанского университета, за первые 9 дней выпало более 50% от месячной нормы осадков. Чтобы транспортное движение не было затруднено, во время праздников дорожные службы работали в круглосуточном режиме. Выполнялась противогололедная обработка тротуаров, а также работы по вывозу снега. По данным Татаринформ, ежедневно в уборке города были задействованы 485 единиц техники. В общей сложности с начала зимнего сезона было вывезено 294 тысячи тонн снега. Почему же Казань так обильно завалилась снегом в январе? Разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. В основном-то погода определяется влиянием так называемого циркуляционного фактора, то есть откуда придет воздушная масса. Это через 60 часов будет такая у нас погода. Вот мы здесь находимся. Вот как раз, видите, с юга все тянется к нам. Это фронтальная система, красно-синяя фронтальная система. У нас здесь свой образовался циклончик, свой циклон образовался. И вот здесь как раз все у нас будут неприятности. Чего же ждать казанцам в оставшиеся январские дни? В ближайшие 10 дней синоптики также обещают большое количество осадков, связанное с циклоном, нависшим над регионом. Температура будет колебаться от минус 2 градусов по Цельсию до минус 10. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.
На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!